Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благости мило да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господней многие дни. Аминь.